Дети участников Великой Отечественной войны собрались сегодня, чтобы выразить поддержку Донецкой и Луганской народным республикам. Они отправили обращение депутату Госдумы. Мы целиком и полностью поддерживаем решение руководства страны о проведении вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. И вот это обращение мы хотим. У нас сейчас вот едут в Новосибирск, мы хотим это обращение передать туда, в Донецк. Для собравшихся устроили концерт. Со сцены звучали патриотические песни и стихи. Для гостей выступили группы «Боевой курс» и «Мичуринский». Со сцены к пожилым людям обратились представители власти и ветеранских организаций. Они вместе обсудили текст обращения в поддержку Донецкой и Луганской народных республик. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.